Так. Нашел в морозилке кусок мяса. Давно лежит, разморозил. Думаю, почему бы не сделать сегодня пятница шашлык. Не знаю, какая часть, но видно, давно лежит. Так. Как обычно бывает у свиновода, ни сала, ни мяса у нас нету. Это, наверное, часть лопатки или яблочко от заднего коста. Сейчас будем делать шашлык. Ну, нарежем сколько есть. Сколько есть, сколько сделаем. Больше нету. Я наготовил тут лук, лимон. Сделаем сейчас приправу сами и покажу, как я, ну, как я делаю шашлык просто. Может, кому интересно будет. Так, так, тут какие-то висюльки. Висюлечки, висюльки. Сразу вот эти вот плеву обрезаю. Плеву, жирок. Сильно жирные мы особо не любим. Вообще мы самое больше любим шашлык, ну, в нашей семье, из вырезки. Антрикот, ну, кто называет антрикот, кто называет вырезка. Поэтому жир надо убирать. Вот это, что вот это такое? Потом разберемся. Ну, а тут попалось, я так думаю, это когда-то я отваживал. Отваживал на шашлык. И так, шашлык у нас дома сильно не едят. В основном я полюбляю шашлычок. Ну, Богдан так, постолько, поскольку. Ну, и жена немного. Нам шашлыка много не надо. Поэтому сделаю, сколько есть, сколько я сделаю. Так, ну вроде бы это все уже тут такое. Ножик у меня подарок Андрея Трамонтино, уже стертый. Ну, дома по мясу пойдет. Ну вот, погнали. Так, вот это вот. Я стараюсь мясо резать вдоль, а куски поперек, чтобы вот идут волокна мяса, а я поперек на уже на шампура. Стараюсь, чтобы так были порезаны. Это, наверное, дюрок. Потому что в дюрка мясо разноцветное. То есть красное, темно-бордовое, светлое, вообще какое-то там, как у курицы бывает. У дюрка разноцветное мясо. Вот. Три разных цвета. Светлое, темное, среднее. Да, это дюрок. Мясо дюрка я уже знаю. Так, погнали. Раз. Шматочек. Два. Кусочек. И добавим шашлык кока-колы. Ну, то уже потом в конце чуть-чуть. Лимон я добавляю, чтобы мясо было мягкое. Ну, немного добавляю. Ну, и на такой кусочек, ну, меньше половинки выжму и все чуть-чуть. А если килограмма 3-4, там 5, то могу и полтора лимона выжать туда. Мясо тогда вообще мягкое-мягкое выходит. Ну, вот сейчас у нас 12 часов дня, а вечером я буду жарить часов у 6-7. И лимон чуть-чуть ему даст
мягкости, не будет жесткое. Если там какие-то части жесткие, то лимон это все размягчает. Вот это сюда. Сюда. То же самое. Вот. Дюрок разноцветный постоянно у дюрка. Вот не знаю, в других там трехпородный гибрид, четырехпородный гибрид, одно мясо, а дюрка вообще другое. Даже цвет мяса другой и вкус другой. Оно более мягче у дюрка и вкус другой мяса. Но дюрок это ж помесь с дикой. С дикой свиньей, поэтому вот так вот. Так, и с этим кусочком разберемся, что это мы откинули. Тут, ну, он такой не очень красивый. Ну, я думаю, выбрасывать не будем, тоже его пожарим. Бывает, кинешься, мяса нету. На шашлык, а так на котлеты. Редко когда оставляем себе. Ну, мы себе оставляем, если там часть не продалась, допустим, там какая-то часть, то себе забираем с магазина. А если все продалось, то ничего не оставляем. Пик. Так, есть. Есть. Теперь лук режем. Тут кто-то когда-то писал, покажи, как шашлык ты там замачиваешь. Ну, покажу. Я сразу скажу, я не специалист по приготовлению шашлыка, поэтому делаю, ну, делаю как умею. Домашние не жалуются, так что пойдет. Наверное, маленькую тарелочку взял, надо было больше миски взять. Сюда. Теперь выжимаем сюда лимон. Ну так, не сильно, я не всю половину, потому что мяса мало. Так, чуть-чуть. Оп, и все, хватит. Хорош. Теперь делаем приправу. Сухая петрушка. Я раз попробовал не так давно сухой петрушки, понравилось. Ну и делаю теперь так. Приправа к мясу. И перец черный, душистый. Это все размешиваю. Пробую на соль саму приправу, потому что приправа вот это к мясу там много соли бывает. Это не сильно соленое будет, поэтому соль будем добавлять отдельно. Вот так, пик-пик-пик. Есть. Теперь соль добавляем.
Я соль на вас. Есть. Теперь добавляем кока-колу. Кока-колы немного. Тоже вкус такой будет своеобразный от кока-колы. Уберу, чтобы не было рекламы кока-колы. Все. Вот получается такой процесс получился. И смешиваем. Тарелка маленькая, ну уже не буду менять. Тем более. Все кусочки хорошо перемешать. Да, неудобно, конечно. И одной рукой. Ну вот. Попробуйте. Кому интересно именно такой рецепт. Таким образом замочить шашлык. Попробуйте, вкус вообще другой. Не такой, как обычный. Не могу объяснить именно, что именно не такое. Понятно, что он мягкий, вкусный, все. Но сам привкус мяса чуть-чуть другой. От кока-колы. Все равно кока-кола дает какой-то ему привкус. Это убираем. Котику, собачке. У нас уже вечер. И будем жарить шашлык. Сейчас пойду одену мясо на шампары. И будем жарить. Ну вот, запах обалденный. Будем одевать шашлык на шампара. Раз. Два. Ну я одеваю так кусочка по 4, по 5, если они не сильно большие куски. Если маленькие, то больше. Вот так. Вот так пойдет. Так.
Сейчас я его когда поджарю, тоже засниму, попробую. Так что покажу, когда поджарю, тоже буду пробовать. Покажу. Ну все. Ну а этот маленький будет. Раз, два, три, все, пять. Шесть шампуриков. Ну, пять с половиной шампуриков. Пойдем жарить. Дрова уже почти прогорели. Так, друзья, ну вот, шашлык готов. Вот так выглядит. А, запах. Будем пробовать. Один кусочек попробую. Может быть, передам вкус. Так, ну давай маленький какой-то. Мягкий, сочный, и очень вкусный. Вот взял кусок, любой попавшийся. Кока-кола и лимон. Все, всем пока, счастливо.